Неприкосновенность экс-президентов, полномочия Совета Федерации и ежегодная индексация пенсий – это лишь малая часть изменений в Конституцию страны, принятых Госдумой. Всего на рассмотрение вынесли 390 поправок. И хотя загадывать пока рано, впереди главное – народное голосование, региональные власти заранее готовят плацдарм для реализации новых законов. В частности, во Владимирской области уже составлены списки семей, которым положены будут выплаты на детей от 3 до 7 лет. Как пример, за воспитание детей отвечала в основном семья, родители, а за родителей отвечали сыновья и дети, то сейчас в этой цепочке появляется государство, которое полностью подставляет свое плечо для решения этих задач. Одной из важнейших называют поправку, которая закрепляет ежегодную индексацию пенсий и социальных пособий. В действующем сейчас законе используется только размытая формулировка «регулярно», которая государство ни к чему не обязывает. Помощь должна быть адресной и с учетом нуждаемости. Вот это важно, что это в главном документе государственном прописано. Если прописано, значит, в Конституции, то, соответственно, и ведомства должны будут выполнять вот эти задания, эти, значит, внесенные правки. Важные нововведения коснутся и работы социально ориентированных некоммерческих организаций. Их роль будет официально закреплена в Конституции. После принятия поправок они смогут оказывать услуги, в том числе и государственного сектора, а также иметь право голоса в общественных советах. Во Владимирской области наиболее значимыми НКО остаются Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет», «Боевое братство» и «Союз женщин». Это наши полноценные партнеры, которые иногда быстрее и гибче подходят к той или иной ситуации, позволяют решить проблемы на местах, знают проблемы на местах и подсказывают, как оперативно реагировать, какие механизмы есть. И, конечно же, система развития и поддержки их инициатив в форме грантов областных, грантов фонда президентских грантов, различных других грантодателей позволяет претворять их инициативы в жизнь. Еще часть поправок коснется трудоспособных граждан. Для них государство гарантирует минимальный размер заработной платы не ниже прожиточного минимума. Сейчас для работающих владимирцев эта сумма составляет почти 11,5 тысяч рублей. Когда в 90-е годы писали Конституцию, которая действует на сегодняшний момент, там написано, что каждый гражданин имеет право на труд. Но маленько позабыли о защите данного гражданина и его труда. И поэтому в сегодняшних поправках будет четко указана позиция о том, что работодатель не может сделать зарплату работнику меньше, чем он может на нее прожить. И это будет записано в Конституции. После принятия Госдумы поправки должна одобрить и Верхняя палата парламента. Только после этого в России пройдет народное голосование. Оно запланировано на 22 апреля. Этот день официально признан выходным. Екатерина Старикова, Евгения Волкова и Дмитрий Манапов. Губерния 33.